Друзья, всем привет! Давайте наконец-то разберемся со швом на японской банке. На примере Castle и любого продукта и другого японского. Потому что подписчики задают вопросы мне глупые совершенно. Поэтому давайте разбираться. Берем продукцию Castle. Берем продукцию Toyota. Давайте разберемся наконец со швом на оригинальной японской банке, так как банки сделаны на одной структуре, это на Гаусе Кам, у нее два завода в Окаяме и в Чибе. Тем не менее, шов везде абсолютно одинаково. Разница может быть только в мельчайших деталях, либо там в цвете небольшое отличие может быть. Шириной визуально около 1,5 мм черная полоса. Конечно же, естественно, она ощутима на ощупь, потому что металл сделан не стык-стык, а все-таки внахлест, но это сделано очень аккуратно. Запомнили? Пальцем проводите, он ощутим на ощупь. Потому что это все-таки шов, а не рисунок на банке. То же самое касается Nissan, то же самое касается Honda любой. Везде абсолютно та же самая ситуация. Suzuki. И так далее. Везде абсолютно одинаковый шов. Люди задают очень глупые вопросы, почему ощущается шов. Потому что это шов. Это же не рисунок на банке. Конечно, он ощущается, естественно. Давайте я покажу вам банки Татачи с их швом, как они выглядят, чтобы вы понимали разницу между японской банкой и не японской банкой. Вот шов на Татачи. Это шов называется пиздец. Вот этот шов нормальный. На японской банке. Понимаете разницу, да? То же самое, сейчас давайте возьмем с вами банку Энеос с мечанга корейскую. Вот банка Энеос с корейского мечанга. То же самое, тоже шов пиздец. А это шов абсолютно нормальный, ровненький и аккуратный. На любой банке, в том числе и на Castle, это одинаковые швы абсолютно, потому что один и тот же завод. Так что, пожалуйста, огромная просьба, не задавайте мне глупых вопросов в комментариях, ладно, по поводу шов. Вот еще один шов на 20-литровой банке японской Castle, который сделан на Gauss Cam. Внимательно смотрим на качество шва, как он сделан, и на качество самой упаковки. И смотрим следом на банку Tatachi, Made in Japan. Если бы японцы увидели эту банку Tatachi, Made in Japan сделан, их бы инфаркт миокарда хватил сразу, по тому качеству, как она сделана. Поэтому со швами все закрыли тему.